американский производитель шин Goodyear представил в Женеве свое видение, какими будут шины машин в ближайшем будущем. Учитывая, что мировой автопром делает сегодня ставку на роботизированные машины, инженеры компании Goodyear предлагают колеса таких машин сделать шарообразными, помещенными в магнитное поле, что фактически сделает их частью электромотора, создающего движение машин. Благодаря магнитной левитации шарообразные колеса будут надежно удерживаться в заданных точках кузова, что позволит не только отказаться инженерам от привычных осей передних и задних, но и в значительной степени повысит маневренность машины, так как благодаря шарообразным колесам машина способна будет двигаться в любом заданном направлении, включая даже диагональ. Кроме того, благодаря опять же магнитной левитации, конструкция машины отпадет необходимость в стандартной системе тормозов и рулевого управления. Этими функциями легко справится система управления магнитным полем. Для повышения коэффициента сцепления с дорогой поверхность сферических колес будет покрыта специальным материалом, имитирующим поверхность коралла мозговика. На сухом покрытии поверхность шин будет жесткой, однако если пойдет дождь, то поверхность шин станет мягкой, что позволит избежать эффекта аквапланирования. Кроме того, сама сферическая шина будет представлять собой ультрасовременный гаджет, напичканный большим числом сенсоров для анализа дорожного покрытия и взаимодействия со всеми электронными системами автомобиля.